Вышла, думаю, хотя бы в зеркало погляжусь, посмотрю на себя, как я выгляжу, потому что хочу все-таки сняться, хотя не накрашена. Опа, зеркала нету, вот кто-то унес домой. Прелести проживания в многоквартирном доме. Я не выспалась сегодня безумно, хотя время 10 часов, но я вообще планировала встать часов 7, позаниматься спортом, смонтировать видео. В итоге наверху соседи пропили всю ночь, при этом они громко разговаривали на балконах, и так получилось, что... Потом уже не выдержали соседи, причем здесь акустика очень хорошая, потому что, ну, как поле, как степь, между домами большое расстояние. Слава богу, в таком хорошеньком районе живу. В итоге все повылазили, ну, многие повылазили, причем женщины, я не знаю, почему не впрягаются мужчины вот в эти вопросы, куча женщин повылазили и начали... кричать, вы что делаете, тише. Потом они в итоге в 7 часов, наверное, включили музыку, прям у меня сами разговаривали на балконе, а включили, слышимость колоссальная, в зале музыку. И она мне просто била в ухо, 7:30 было утра, я вышла на балкон. Жалко, без камеры вышла. Ну, потому что я уже на таком нервозе, мало того, что не спала ночью, еще разбудили, так еще и музыку включили под утро. Я 2 раза просыпалась за ночь. Я, наверное, сейчас на чебурашку похожа немножко. Так вот, быстренько сейчас оделась. Я даже вообще сегодня не планировала никуда выходить, потому что у меня были другие планы на сегодняшний день. Хотела помонтировать, убраться в квартире. Ну, просто день дома провести. Какая духота здесь в этом. Вот. И пришли мои заказы Faberlic. Я вам там немножко вкратце покажу, которые я хочу вот срочно забрать, чтобы завтра с утра сделать видео. Утром, значит, орёт музыка, я выхожу на балкон, они стоят на балконе, разговаривают, а балконы у нас открытые, не застеклённые, и кричу им, выключите музыку, время 7 утра, или сделайте потише. Они такие, ой, кто, откуда это? Надо было сказать, это ваша совесть. Чуваки, вы просто офигели, у меня еще нет Сашки, если бы Сашка была, блин, по-другому все решу. Может быть, у других тоже девчонок нету мужей. Ну, просто интересно, не мужчины выходят там и устраивают разборки, а женщины повылазили в окна. Я говорю, выключите музыку, я говорю, она орет на всю квартиру. 6:30 утра, это вообще даже предельно допустимые нормы, даже для дня. И, значит, они не выключают. Я начала стучать по трубам. То ли в ответ они не начали стучать по трубам, то ли это уже другие стали стучать по трубам. Но после этого музыка затихла, они ее выключили. Но продолжали так болтать во весь голос, ржать, там, ржаки устраивать на всю улицу с балконов. Я потом накрылась уже подушкой, одеялом и продолжала спать. Но это, конечно, не смешно. Я уже вскочила, уснула наконец-то под утро. И в 10 часов, 9:30 проснулась. И сейчас прям не красясь, ну, потому что я говорю, я не планировала никуда выходить. Хочу съездить в одно место, вам сейчас покажу. И потом и вообще духота прям убиенная. Я заряженная, заведенная, проснулась. Вот такая вот, какой вы меня сейчас видите. Я с Юлькой уже успела 20 минут поговорить. Вот в таком я темпе, в таком энергичном состоянии разговаривала. Видно, взбудораженная, просто встала с утра. И все, в офис. Вот до места заеду и все. И еду домой заниматься там своими делами. Я решила себе с утреца побаловать вкусняшками. Ореховые печенья какие-то их новые взяла. И 2 пироженки. Сейчас прям кофе себе сделаю. Это шоколадное с кракелюром. Обожаю их. И саратовское. Ну, обычное саратовское. Там, по-моему, только рожка-картошка. И смотрите, что мне пришло еще из Faberlic. Вот. Это сумочка с значками Emoji. Это бренд такой раскрученный. И совместно, как бы не то чтобы с Марией Вэй, но, по крайней мере, Мария Вэй, вот для подростков, кто, возможно, сейчас смотрит, она одета в одежде и от вот Faberlic, именно с эмблемами Emoji. И такая вот джинсовая сумочка. Вообще давно хотела именно джинсовую себе вещь, потому что шорты у меня есть летние, джинсовые, ну, много чего есть, и они отлично подходят, сочетаются. Еще у меня есть новая футболка такая, которая со смайликом переворачивается, пайетки переворачиваются, и моська меняется, улыбки. То есть вот
так вот берешь ее, глазки открываются в виде сердечек. Вот так вот в обратную сторону пайетки передвигаешь, и глазки закрываются. Крутая вообще штука, мне нравится. И вот под... Ну, не только под эту футболку было бы глупо брать под одну вещь. Очень много у меня джинсовых вещей. А на лето вообще самое то. Маленькое, вместимое, удобненькое. Поместится туда и кошелек. Ну, все самое такое необходимое. Единственное, маленький поместится. И что еще у меня там? Ну, все, что угодно. Паспорт, главное, водительские права. И кошелечек, телефон. Камера маленькая моя поместится, которую я сейчас в руках держу. Но это еще не все. Вот на втором канале я буду делать обзор, потому что я взяла и рюкзак, там еще одежда, куча всего. Так что до новых встреч в моих видео. И походу сейчас опять будет дождик. Прям на улице дышать нечем. Поеду я есть свои вкусняшки, смотреть какую-нибудь видюшку. У нас сегодня еще вебинар будет по Фаберлик, где будут объявляться победители флешмоба. И сегодня, наверное, я уже не буду снимать, но уж если что-то не взбредет мне такое в голову, либо какие-то умные мысли не поселят ее. Это называется, когда тебя некому снимать. Я модная девчонка сегодня. На мне футболка от Фаберлик, которая изменяет свое лицо, когда вы проводите... рукой по пайеткам. Это сумка. Это тоже от Фаберлик. И одену вот эти вот балетки, которые у нас тоже будут от Фаберлик. Скоро придет такая пора. Лет, наверное, не через 5, года через 2. Я, наверное, все буду одевать фаберличное. Так что Фаберлик рулит. И причем мне вот эта вот майка нравится тем, что она длинная. И обычно покупаете майки, которые можно было бы заправить в брюки. Но так как они длинные, то они вылазят. Там садишься, допустим, и майка начинает торчать. В этой майке мне понравилось то, что она длинная, ее заправляешь. И вот нужно очень сильно постараться, чтобы она вылетела у вас из джинс. А в заправленном виде, как видите, она смотрится очень-очень круто. Это мой вечерний лук, он же образ. Туника, какая-то рубашка, распашонка с бахромой от Фаберлик. По-моему, от Тиранова вот эта вот кофта, мною обожаемая. Вообще пожалела, что не взяла большее количество. Бывает, такую вещь возьмешь, она вроде бы недорогая, в то же время крутая. Это Концепт Клаб у нас. Балетки будут от Фаберлик. Сейчас мы собираемся в МАК ехать. И хочу очень море продуктов. И какой-нибудь еще любой. Покататься. Давайте. А комбо есть или какие-нибудь спросили? Потом продолжать могу? Да, конечно. Молочный коктейль клубничный. Правильный заказ? Да, пока правильно. Потом бифролл. Нет у нас такого. Нет такого, ну ладно. А как у тебя тут что? Так, а пирожок с маракуйя, сливочным сыром. Есть с вишенкой? Не, не надо тогда. А потом... креветки. Креветки наши не продаются. Так, шримп-ролл у вас есть? Шримп-ролл наши не продается. Это что такое? Замечательно. Какой-нибудь комбо-набор у вас есть? Комбо-обеды тоже наши не продаются. Так, а двойной филео-фиш? Тоже ночью не продается? Продается. Продается? Так, а что я у вас там еще видела? Сейчас подождите, я посмотрю ваше меню своим плохим зрением. Можешь очки мои взять. Видишь, там один человек на улице. Чикен карри можно? Да, конечно. Давайте еще чикен карри. Заказ на грани правильный? Пока да, сейчас еще что-нибудь скажем. Не, больше ничего мы не скажем.
А ты что, все, ничего не будешь? Ну и у тебя там подъем. Подожди, подъем. Если что. Давайте тогда еще чикен делюкс. Теперь правильный заказ? Да, все, теперь правильно. Сумма вашего заказа 1063 рубля. Спасибо за ваш заказ, прожить на окошко платно. Хорошо. По какому вопросу? Нет. Ой, господи, я не могу, я когда их смотрю, на них смотрю, мне аж плохо становится. Маша! Я спасла. Да нет, конечно. Внезапно так. Потери минимальны. Чего там? Ну чуть-чуть там чикен карри. Могу разложить пару чикен. Не обращайте внимания. Картошка очень вкусная. Давай быстрее ешь. Никогда не подожду. Ну сейчас остынется, Саша. Я люблю горячее, а не приеду горячее. А я холодный приеду. Давайте я покормлю. А, тут эти вот. Ну если я не люблю холодную приеду, я ее потом есть вообще не буду. Ну давай, быстрей кормить. Быстрей кормить тебя? Да, быстрей, быстрей. Сама не бывает. Что-то моют. Сейчас просто заехали за соком. А там в Магните ничего не... Ой, в Магните, в Макдональдсе ничего не взяли. Что-то я хотела сказать. Что-то говорила и забыла. Что? О чем говорила? Я сама собой просто разговариваю. Я тут, пока тебя нет, начала разговаривать сама с собой. Сама с собой, да нет, начала. А что я тебе начала говорить? В Магните продается. А, свежевыжатый апельсиновый сок. Прям в бутылочках. Пока ты не спишь.